Всем привет! Меня зовут Наташа, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я к вам не с пустыми руками. Я получила свой большой заказ. Большую-большую коробку, которая даже не влезает в кадр. В общем, получила заказ с Озон. И, конечно же, там будут растения. Сейчас мы вместе с вами распакуем. Вот я только забрала этот заказ. Озон, кстати, посылал мой заказ с деком. Шел этот заказ неделю ровно. И вот я его, как только пришел, сразу же забрала. Очень переживала. И сижу тут. Не знаю, места не могу найти. В общем, волнуюсь. Я на пункте выдачи заглянула, коробку открыла. Увидела, что это те растения, которые мне нужны. И скорее вот мы прибежали домой. В общем, постояла эта коробка где-то около часа. И вот сейчас будем открывать. Сразу могу отметить саму коробку, удобную, с ручкой. Она еще такой формы, прямоугольной. В общем, очень удобная, в ней даже что-то можно хранить и перевозить. Интересно, так что я ее выбрасывать не буду. В общем, сейчас мы с вами откроем. Так. Вот так это выглядит. В общем, камеру неудобно. Вот цветочки там сверху ничем было не закрыто, то есть каждое растение запаковано, но сверху, в общем, ничего нет. Вот тут три растения, свободное место, тут закрыто бумагой, чтобы они не тряслись, но сверху, опять же говорю, ничем были не накрыты. Ну давайте, за что первое, зацепится рука, то и будем. Так, тут мой маленький помощник бежит. В общем, смотрите, каждая у нас запаковано. Я очень надеюсь, что все это время эти растения... Так. Но я решил поиграть со светом, да? Да. В общем, что они долго не находились на улице, надеюсь, эти растения. Посмотрите. В общем, вот такое растение. Это алоказия Полли. Я, если честно, не очень с мыслью в алоказиях. Довольно крупное растение. Вот тут тоже вот пакетик, смотрите. Тут вот земелька. Здесь хорошее растение. Я пока, наверное, ставлю пакетики, потому что тут и земля сыпется. В общем, пока ставлю ее так, чтобы они адаптировались. Тут маленький человек хочет вместе быть со мной. Так, следующее растение, собственно, сейчас, давайте сначала покажу. Следующее растение, вот. Так. Также все в такой теплый материал запаковано. Вот, посмотрите, какой красавец. Ой. Ой. Тоже все сыпется. Посмотрите. Это, насколько я помню, филодендрон серебряный меч. Смотрите, как он подходит под мою футболку. Просто цвет идентичный. Тоже, посмотрите, такое крупное растение. Крупные листы. Вау. Да. Очень красивое. В общем, и следующее растение, собственно, из-за которого я все и заказала, это тоже филодендрон розовая принцесса. Вы можете сказать, ну, вот, смотрите, листик один. Надеюсь, он был плохой. В общем, видите, минус один лист. Вы скажете, ну, куда мне столько розовых принцесс, у меня их уже... 2 или 3, но посмотрите на размер этой принцессы, и я думаю, вам все скажет, он скажет все сам за себя, потому что посмотрите, какое это большое растение.
Я не могла просто не взять, с учетом, что это очень красивое растение. Посмотрите, у него нежные такие розовые листики. Вот один, кстати, тоже поврежден. Ну, видите, да, транспортировка, конечно, делает свои дела. Посмотрите, растение, в общем-то, неплохое, оно крупное, но, опять же, один листик уже отпал, второй, вот, смотрите, просто тут уже болтается, то есть его тоже надо будет срезать, хотя он самый красивый, потому что тут вот есть именно розовый цвет. Ну, что поделать, транспортировка – это дело такое рискованное. Не буду расстраиваться, надеюсь, что она мне подарит еще новые красивые листы, тем более вот тут вот один новый вот-вот уже откроется. Итак, вот такой микс новых растений у меня появился. Значит, это алоказия, это филдендрон розовая принцесса и филдендрон серебряный меч. В общем, теперь самое интересное насчет цены. Значит, мне посчастливилось купить этот микс за 2444 рубля. И там уже было написано, что растения уже заканчиваются, то есть их уже немного. То есть продавец в магазине, я оставлю ссылку, конечно же, где я брала и что за продавец. В общем, может быть, будут какие-то другие миксы растений. В общем, я считаю, что за три растения, тем более вот таких, довольно редких, это довольно хорошая цена, это недорого, я так считаю, поэтому я с удовольствием взяла эти цветы, и они будут меня, надеюсь, радовать. Вот насчет алоказии только не уверена, все-таки они такие капризульки, в общем, надо будет узнать, может быть, конечно, я ее кому-нибудь и подарю. Кому нравится ухаживать за алоказией, потому что я вот как-то боюсь их. Филдендроны, да, нормально, я к ним отношусь хорошо. Такой же микс растений продавал продавец на Валберес, но к тому моменту, когда я решила купить, я тоже не в первый же день как увидела, я еще обдумала, стоит ли мне покупать эти растения. На Валберес, во-первых, было дороже, где-то за 2800, ну и на тот момент я, когда созрела уже на покупку, на Валберсе товар закончился. И я даже переживала, что, о боже, он закончит на Озоне, но на Озоне там вот оставались последние экземпляры. Поэтому я, конечно же, взяла на Озоне эти растения. И еще как-то в комментариях там, конечно, писали в отзывах, что все хорошо, хорошие растения, но кто-то заказывал такой же микс, и вместо филдендрона розовая принцесса пришел какой-то другой филдендрон, и человек из-за этого расстроился. Я тоже переживала, поэтому думаю, на пункте выдачи обязательно открою и посмотрю. Да, убедилась, что все три нужные мне растения, и, соответственно, взяла. Вот, так что такие красавчики, в общем, буду с ними пытаться подружиться. Спасибо большое вам за просмотр. Пишите обязательно комментарий к этому видео. В общем, делитесь своими последними покупками растений. И пробовали ли вы заказывать растения с маркетплейсов, Озон, Валберис или еще откуда там? Мне будет интересно почитать ваш опыт. Так что до встречи в новых видео и всем пока-пока!